24 января в среду глава городского округа провел личный прием граждан. Какие вопросы интересовали жителей нашего городского округа, узнаете из нашего следующего материала. Личный прием граждан – важнейшая часть работы главы городского округа. Ведь на таких личных встречах, беседуя с глазу на глаз с руководителем муниципалитета, люди напрямую, без посредников, делятся с ним своими проблемами, высказывают мнение о работе управляющей компании, ТСЖ, того или иного структурного подразделения администрации. На прошедшей 24 января личном приеме граждан записались 15 человек. Каждый из них решал с Александром Барановым личную проблему. Из 15 вопросов 8 касались жилищных проблем. 3 – благоустройство, 2 – по услугам отопления и получения холодного водоснабжения. Столько же просили решить проблемы, возникшие в ходе работы управляющих компаний. Глава городского округа Александр Баранов регулярно проводит личный прием граждан. О дате и времени очередного приема можно узнать из его телеграм-канала «Александр Баранов официально».